вот на этом стенде у нас представлены элементы, которые были добыты из, на поверхности планеты Земля или под ее поверхностью. Пройду опять же по стенду, засниму все, что здесь есть. Вот это единственное, что я смог прочитать, это бокситы. Очень плохо не знать японского языка, но что делать? Ну, в какой-то мере знание каны помогает очень сильно. По крайней мере, элементы Менделеева написаны на кане, и это намного проще найти и понять, что это такое. Так, это у нас манган. Из него делают стаканы. Алюминий. Лист алюминия лежит. Лист меди. Из меди также делают проволоку. Это железо, гвозди и другие продукты. Например, монеты. Лежат одноенновые монеты. Поближе покажу. Такой стенд интересный.